Найденная в подвале Альфа Ромео 1962 года продана за 570 тысяч евро. Только 217 экземпляров Альфа Ромео Джульетта СЗ с алюминиевым кузовом было выпущено в период с 1960 по 1962 год. Учитывая боевое прошлое этих автомобилей, до наших дней дожило гораздо меньше, но одной Альфе судьба подарила второй шанс. Она простояла в подвале в Италии 35 лет и недавно была продана на аукционе за 567 тысяч евро. Это примерно 42 тысячи с половиной рублей. То есть 42 тысячи 500... Блядь, чё я несу? 42 миллиона 500 тысяч рублей. Вот. На фотографиях, размещенных на странице фанатов Альфа Ромео в Facebook, запечатлен момент извлечения автомобиля из заточения. Бригада рабочих использовала здоровенный кран и крайне бережно, с пониманием, извлекала Джульетту из подвала, где она застряла 35 лет назад по причине сломанного лифта. Владельцем автомобиля был пожилой одинокий механик, к сожалению, скончавшийся в прошлом году. Он не оставил завещания, поэтому Альфа попала на открытый аукцион, где и была продана за отличные деньги. Несмотря на толстый слой пыли, автомобиль пребывал в вполне сносном состоянии, но бесспорно нуждается в обслуживании и ремонте. В 2015 году Альфа Ромео Джульетта СЗ в гораздо худшем состоянии была продана на аукционе Гудинг Компани за 577 тысяч долларов, так что цена вполне на уровне рынка. Коротко о машине. Джульетта СЗ родилась в результате сотрудничества Альфа Ромео и Загатто. Взяв за основу укороченное шасси прекрасной Альфа Ромео Джульетта Sptint, итальянские кудесники создали купе с легким алюминиевым кузовом, ручной работы, кстати. Также, благодаря пластиковым окнам и аскетичной отделке салона, SZ весила всего лишь 785 кг. В сочетании с переработанным 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, Джульетта СЗ развивала скорость более 200 км в час, обставляя гораздо более мощных конкурентов. Несмотря на то, что это был гражданский автомобиль, многие СЗ участвовали в гонках, например, таких как Лиман на северной петле Нюрбургринга. Это была настоящая пуля. Может, в новой жизни освобожденная Альфа вновь коснется колесами гоночных трасс и вновь будет перепродана. Уважаемые подшипники, если вам не понравился видосик, ставьте ему дизлайки и устраивайте срач в комментах. Всем пока!